В Якутии новый председатель правительства. Сегодня на очередном пленарном заседании депутаты ЛТМН дали согласие главе республики на назначение Евгения Чекина на пост председателя правительства республики. В голосовании приняло участие 62 депутата. 46 проголосовали за, 12 против и четверо воздержались. И сегодня же на официальном сайте госорганов Якутии размещен указ главы республики о назначении председателя правительства. И сегодня нас беспокоит получить награду, грамоту Государственной Думы. Экономика республики развивается. Сегодня мы и парламентариев за плодотворную совместную работу. И выразила уверенность в том, что республика и дальше будет развиваться, и выбранные приоритеты будут продолжены. Теперь наступает для меня лично новый этап, не менее такой ответственный. И я хочу также выразить слова благодарности жителям нашей республики Саха-Якутия, а то, что они мне доверили работу на федеральном уровне уже в качестве депутата Государственной Думы Российской Федерации. Я надеюсь, что я оправдаю доверие, приложу весь свой опыт, все свои знания, все свои силы и в полной мере понимаю всю ответственность для того, чтобы основная цель – это повышение качества жизни нашей многонациональной республики.